Всем привет! Вы на канале Три птицеловы. Это ловля певчих птиц на тайник. Мы поймали сейчас щеглиху. Потом вам весь улов покажу. Ну и посмотрим улову. Сейчас очень холодно. Я не могу ничего сделать, я в машине греюсь. Смотрим улову. Ну какого улова? Видел, короче. Вот такие у нас птицы попались. Две чижовки, одна щеглиха. Погодка вообще класс. Щеглы летают там. Вон они на дереве. Я не знаю, на камере видно, но сидят три щегла. Вот на этом дереве, вот где слева. А вот стайка подлетела. На большое дерево. Смотрим ловлю дальше. У нас тут перекус. Вон там рыболовчики сели. Сидят, не знаю, попадутся. Ну, на камере, конечно, не видно. Надо бы на камере научиться приближать. Но я не знаю, можно это сделать или нет. О, полетели. Ну, улетели. Не попались. Вот такая вот самочка. Не знаю, как приблизить. В четверячок она. Ну, по ней видно то, что это самка. Я, кстати, никогда не видел у щеглов такие маленькие клювики. Это уже второй нам попался. Ну, еще когда-то нам попадались такие. Точнее один. Вообще, для щегла это, я не знаю, у канарейки больше. А вот еще одно чудо в перьях. Ну, самка такая. А от них толку вообще нет. Но обычно, я знаю, их разводят. Вот даже вот с чижом на пару держать. Хопа. Яйцо вывалилось. Там еще одна у нас чижовка, но она точно такая же. С ними был еще самец, но он вылетел из рук. Ну, судьба такая. Все же решился показать. Вот такая вот самочка. Вот этот как экстерьер такой хороший. У нее прям это. Что я говорю о самках? Ну хорошая тоже самка. Просто снимать нечего, что остается вот снимать. Короче, попался чечет, который я себе всегда мечтал. Классический, обычный чечет. Я рад, я доволен. Вот две чижовки. Отпускаем их. Летите. Вон они летят. Ну, все хорошо. Ну вот, тайник весь наш. Вот такой вот арсенал. Ну, по-классически. Выпустили мы этих двух, как они называются, чижовок. Ну, я снимал. Посмотрим с щеглом и чечеткой. Ну, вся птица будет отпущена, скорее всего. А я желаю всем удачи и всем пока.